Ну вот у нас дик, как вы видите, умирать не собирается, гуляет, ходит, правда, уделал весь пол у Бони, вот, пассажир этот, пассажирный житель, да, вот так вот, ходим тут, нюхаемся, смотрим, любопытство в ухе навострил такой, что, говорит, тут есть интересненького, ну. Ух ты, говорит, можно вот так встать. Тут ракета живет. Да, я еще не убирался у нее. Ух ты, говорит, ракета, это интересно. Дик. А? Ты дик? Вот так вот. Походу будет дик у нас до весны жить. Вот ракета. Кто, говорит, тут ко мне в гости приперся? Кто такой? Сейчас, по-моему, Галя приберется. И мы пойдем обратно.